Начался летний сезон. Первая, кто прошел испытание грумингом в этом году, это Боня. Она более-менее спокойно переносит эту процедуру, но тоже уже устала. И мы немножко еще не подровняли мордочку и не достригли лапки внизу. Она уже начала все дергаться, выдираться, ей надоело. Вот. Так что теперь у нас остальные барабашки в очереди за Бонькой. Ее аж собачки другие голенькую не хотят узнавать. Говорит, кто это такая новая собачка? Всем привет! У нас вечер. И у нас очень радостная новость. Это наша малышка Габи, которая была практически в последнем ролике. Мы ее вытаскивали из будки, показывали прям недолго. И наша подписчица Ирина из Нижнего Новгорода откликнулась и захотела забрать малышку. Сейчас Анютка привезла ее ко мне. В дорогу искупаемся, высушимся, чтобы хоть все равно как бы они у нас на улице и грязненькие, да, дать. Вот. Так что мы очень счастливы, очень рады. Мы с Ириной на связи. Абсолютно открытый, добрый человек. Прислала все необходимое. То есть мы и заочно оформили уже договор. И и прислали видео из нового дома, где она будет жить, условия проживания. Ирина все расспросила, и вот они ее ждут. Завтра мы ее отправляем с перевозчиком, послезавтра она уже будет в Нижнем, ее встретят. Ирина и ее семья оплачивают перевозку малышки. И очень радостно, когда вот эти вот дети обретают дом. Так что сейчас мы будем принимать водные процедуры. Да. И готовиться к отправке в новый дом. Ну вот, мы накупались. Да. Накупались, моя девочка. Чистенькая. Да. Мы с козой всего боимся. Я так боюсь, козы. Я не понимаю, что происходит. Да? Ты моя девочка. Мы шлеечку одели с тобой. Да, шлеечку. Давай, идем. Идем, идем, моя конфета. Моя девочка. Доченька. Эти все ревнивцы. Боже мой. Ты моя маленькая девочка. Да, ты поедешь домой. Самая маленькая девочка в приюте. Все меня с козой обижают, топтятся по мне. Где у тебя шлеечка? Ой, какая у тебя шлеечка. Ой, да ты красивая девочка. Ну вот, настал следующий день, утро. Вот мы накупанные в шлейке. Мы, конечно, ничего не поймем. Скажи, я ничего не понимаю, что вы от меня хотите. Что происходит? Как я и говорила, заполнен ли договор? То есть обязательно. Готовили водичку, пеленки, еду. И сейчас поедем передавать ее нашу девочку перевозчику. И поедет она в Нижний Новгород жить. Так что, ребят, не бойтесь брать животных из приютов. Мы всегда будем на связи, стараться, то есть, все подсказывать. И хочется сказать, что если вы вдруг увидели своего питомца именно у нас, то все это решаемо. Нам самое главное, чтобы они жили в добрых, любящих семьях, чтобы у них был свой дом, ответственные хозяева. Так что, если кто-то захочет, как Ирина, приютить нашего хвостика, пишите. Мой номер всегда есть в описании канала, Viber, WhatsApp. То есть, по возможности всегда отвечаю. Ну, а мы поехали. И дальше все вам покажем. Ну вот, нам собирают переносочку. Мы уже передали пеленочки, водичку, еду.
Мы нервничаем, неизвестно, кто больше, я или она. Иди ко мне, мой пирожочек, иди сюда. Иди ко мне, моя девочка. Идем. Пойдем пописать. Нас уже спросили, какой мы породы. Такие красивые. Извините, пожалуйста, пишите на нашу почту, готовьте на сайт. Все, зайка. Тебя зафиксировали, все безопасно, да. Пока, малыш. И душа, ты чего же хороша? Банька наша. Выбери свою баньку на сайте Финские бани РФ. Ну вот, мы посадили. Завтра она уже будет в Нижнем Новгороде. Там уже будем на связи с хозяевами ждать, вести, как ее встретят, как будет проходить процесс адаптации. Очень радостно, когда малыши находят дом, и поэтому не бойтесь брать хвостиков с приюта. Если есть желание, пишите, звоните. Всем добра! Вот вышли погулять, она нас наконец-то села пописать. Господи, скажи, сколько я, скажи, мучилась, терпела. Умничка моя, девочка моя славная, моя-то рыбочка. Еще нам только покакурить и вообще будет замечательно. Вот, пока так. Надо будет идти хорошую шлеечку купить и поводочек. Потому что у нас рулетка, она для маленького. Купим ей что-нибудь другое. Сень, игрушечки твои, да? Скажи, игрушечки мои. Моя рыбалка, ну что, что, да, мы с тобой погуляли, покушали, на прогулке, слава богу, пописали, покакали, да, да, тебе внимания надо, от тебя отходить нельзя, да, а Сёма у нас, Сёма, Сёмочка, Сём, ты игрушку уже одну утащил у нее, да, скажи, не играет, Сём, а? Скажи, не играет, заберу. Скажи, мое. Да, вот так мы. Вот так мы и охраняем. Да, вот так мы охраняем. Да, скажи, чтобы только не гладили. Скажи, только что меня любили. Мы же тебя бы меньше не любим. Ты что? Да. Давайте, привыкайте. Что ты ее гоняешь? Гавкаешь, а? Нельзя гавкать, все. Да, нельзя гавкать. Скажи, она тоже хочет ласки. Да, вот понюхай, понюхай. Сема, Семочка, Сема. Вот так вот. Вот так мы реагируем. Да. Ну все, ну все. Сема.